Леди и джентльмены, дамы и господа, доны и дони, сударь и сударыни, сеньоры, я польщен нашей очередной встречей. Сейчас будет еще одно стихотворение хорошо знакомого мистеру Бандерсону поэта. Ссылка на группу этого поэта во ВКонтакте будет в описании под видео. Бантос Илья Георгиевич. Апрель минор, как выстрел в кобуре, не сбывшийся между стенами и цветом, оставит холостяцкой конуре туман от отсыревшей сигареты, и ветер с ним на влажных простынях, звучащей нотой, столь же обнаженной, сколь неудачно выбравший меня из всех, кто даже не был оглушен ей, когда еще без малого живой, я пластырем сорву со старой раны, которой суждено быть наживой, от брута до влюбленного барана, тепло ладони, пульса не задев, ритмичностью встречаемых рассветов, я вновь забуду музыку за тем, что это стало признаками лета. Спасибо.